Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем проводить игру по названию Psycho Psycho. А, не, Япси, Япси Психо, да, или как так. Окей, а что у нас по заданию, ребят? Давайте, наверное, к Синтре сходим. А где она? Давайте снова вправо. А, здесь проход появился. А, Синтра? Не хочешь искупаться? Вода хорошая. Что? Нет, нет, спасибо. Ты скучный, Брайан. Нет, просто я не... Ты не умеешь плавать. Я знаю, как плавать, окей. Когда я был маленький, я почти утонул. И с того времени я стараюсь находиться как можно дальше от воды. Я люблю ее. Ты не понимаешь, что теряешь. Я видела... Так. А видел ли ты когда-нибудь море? Ну, нет. Конечно, нет. Но я с радостью бы посмотрел. Она великолепна. Раньше я каждые выходные ходила с родителями на пляж. С родителями? Ну, так что ты хотел? Я бы... Так, я был на 8-м этаже. Кладбище закрыто, но там также... Так, даже лучше... Я туда не ногой. Мне на это наплевать. Нет, нет, нет. Тысячу раз нет. Я слышал крик с кладбища и сильно испугался. Я боюсь худшего. Извини, что-то... Что ты сказал? А что мне все равно? Мне это не интересно. Ты можешь перестать искать ведьму? Что ты имеешь в виду? Я много думаю, и, наверное, ты прав. Весь этот план по охоте на ведьм не имеет смысла. Вся информация, которую ты нашел о компании, не соответствует большинству... Итак, имеющаяся у меня информация. Что-то со всем этим не так. Я боюсь, что дело во мне. Что ты такое говоришь? Я не знаю. Какая разница? Что если я испорчена? Испорчена? Не обращай внимания, оставь меня в покое. Нет, я ничего не понимаю. Что мне теперь делать? Делай, что хочешь, Брайан. Но сделай одолжение, оставь меня в покое. Эй, это мой коктейль. Что в нем? Кровь дьявола. Я не пойду в этот бассейн, я не люблю плавать. Это статуя человека с рогами, он выглядит как демон. Это статуя женщины. Подожди, знаете, вот типа намек то, что у нее кровь на лице, типа девка, это считается она, да? Себя символизирует. А дело, значит, она попробовала кровь дьявола. И задний фон, это, знаете, типа такой антураж. Блин, на самом деле это странно все. Окей. Си-си-си. У него что-то на плаще. Странно. Офиса. Так зайти можешь? Заперто. Окей, давайте тогда... Подожди, это он получится на этом? На 4-й, да, отправился? А в улей он отправился. А где у нас был с вами этот? Еще отравленный воздух. Окей, наверное, я думаю, мы еще сюда нас отправят, я надеюсь. Давайте с вами... Я помню, на 3-м этаже был моментик. А не на 3-м. Получается, на 2-м. Там, где посвящение, там был яд. Помогите, пожалуйста, помогите, пожалуйста. Вы все спятили. Ты просила помощи?
Что, что? Я... Ой, да брось, чувак. Почему бы тебе не пойти не порыться в мусоре? Я пытаюсь сконцентрироваться на своей работе. Работе? Но чем ты тут занимаешься? Не твое дело. Ты без остановки... Так, ты остановки двигаешься, но я не понимаю зачем. Конечно, ты не понимаешь со своим недоразвитым мозгом. В любом случае, какая тебе разница? Должно быть, произошла какая-то ошибка, мне здесь не место. Очень скоро я попаду на верхний этаж зданий и буду выше остальных. Ты знаешь, из какого я семьи? Из семьи чемпионов? Нет? Как оно... как они посмели смешать мою фамилию с грязью? Будь она проклята, если бы меня видел отец. Если ты не хочешь здесь работать, почему ты не перейдешь на другой этаж? А? Перейти на другой этаж? Какая не... Так, необычная идея, но... Как мне это сделать? А, рядом лифт. Разве я похож на идиота? Я знаю, что он здесь есть. Ты думаешь, что я его не вижу? Они меня не отпускают. Кретин. Меня бы не было среди этой черни, если я не бегал бы здесь, как белка в колесе. Единственный путь отсюда это та тупая игра. Какая игра? Какой-то нелепый тест. Если тебе удастся победить, то твой значок будет улучшен, и ты сможешь подняться на следующий этаж. И ты еще не пробовал пройти его? Я? А, да, нет, я пока не понял правила. Знаешь, как говорится, бизнесмен не участвует в игре, не зная правила. Искусственные войны. Сунь Цзы. Что ж, удачи тебе с игрой, еще увидимся. Стой! У меня появилась великолепная идея. Ты можешь вступить в игру вместо меня, Пастернак? Видишь, я запомнил твое имя. Давай, чувак, я не ломайся. Я уверен, что в пригороде, откуда ты пришел, тебе привычно играть в такие игры для бедняков. Что скажешь, поможешь мне? Ладно, если ты мне дашь 1000 кредитов. Я сыграю в игру за тебя, но если ты дашь мне 1000 кредитов... Ты начинаешь думать как бизнесмен. Я обычно не имею дела со скотом, но похоже, что каждый когда-нибудь приходит так. Надо закатывать руки, нет? Идет. Но я заплачу, когда ты выиграешь. Что мне надо сделать? Нажми на кнопку рядом с дверью. Когда они спросят, кто ты, назови мое имя. Так ты попадешь в игровую комнату. Не, подожди, я хочу сначала посмотреть, что здесь. Так, ну, в принципе, ладно, мы это смотрели. Тут яд есть. Мы получили ведьмину бумагу. Резиденция. Бассейн. Заперта изнутри, я не могу открыть ее отсюда. Да нет, тут вообще свет, вы что гоните? Ой, давайте я, наверное, сюда после теста приду. Да, Брайан Пастернак, мистер Чемпион. Итак, я мистер Чемпион. Хорошо, водите, мистер Чемпион. Здравствуйте, мистер Чемпион. ТС начинается немедленно. Подождите, а правило, что мне надо делать? Это автоматная система, она только оценивает, прошли ли вы тест или нет. А, я могу только сказать, что если вы сойдете с линии более чем на 3 секунды, вас дисквалифицируют. 2, 3, 1, вперед. Просто в центре стоять. Но меня главное, чтобы они меня не касались, так?
И как долго этот тест происходит? Ну это, знаете, круг смерти, блядь. Выйдешь, и все. Мне кажется, они тоже атакуют. Как и те. О, они уже часто начинают идти на меня. Будет сложно, наверное, когда они будут по два ходить на меня. Если они будут вообще ходить на меня по два. Или они будут просто по одному идти, но очень часто. Я не хочу батарейки тратить. Пойдем, мне только просто туда-сюда нужно ходить. Из круга выходить нельзя, как было сказано. Пока что они меня не зацепанули, и это хорошо. О! Все, пошло сложнее. Теперь даже пока второй не дошел до конца, они уже начинают идти. Здесь лучше в центре просто стоять и с помощью палки, потому что минус батарейки сразу будут. Сколько я должен это делать? О, все. Тест окончен. Мы объявляем, что мистер Чемпион провалил тест. Вы всегда можете попробовать снова, когда лучше подготовитесь. В смысле? А в смысле, я не понял. Подождите, а какого черта? Ну, типа, выходить нельзя, а почему? Я же не выходил тогда из круга. Странно, ладно. Может, круг переместился куда-то, а я не заметил? Типа, на самом деле, это довольно долгая херня. Сколько, минут 5 там, блядь, да, находился в этой херне? Я думаю, это характерный звук, то, что я прошел. Хотя и в круге тоже стоял в этот момент. Может, мне нужно ходить в этот момент? Ну, смотри, они круг потихоньку стирают ногами. Может, мне нужно самому, типа, нарисовать круг будет? Да, они стирают круг.
А намек на других кругов тут нема. Странно. Странно, странно. Я же занят. Почему? Ладно. Пойдем тогда сюда. Это рукописное письмо, деактивировано 5 мая 1971 года. Я думаю, что работаю... Так, нянькой. Будет проще, чем в описи. В особенности потому, что мне надо быть ухаживать за тупой девчонкой. Но я сдаюсь ради сохранения своей психики. Есть еще... Так, страницы. Я понимаю стресс, через который проходит семья, и что это не самое точное время, чтобы я покинула свою должность. Но эта ведьма не переставляла плакать в последние 3 дня. Ее плач вызывает у меня страх. Да. Понятно. Дверь закрыта, закрыта лома, у меня ничего такого нету, да? Почему я провалил миссию-то? Типа я же находился в круге. Стойте, а у меня по инвентарю ничего такого нету? А, я же с палочками, да, тогда был? Окей, в принципе, не получается. Давайте тогда на выход. И... Тогда в улей. Это 4-й. Ам. Ням-ням-ням-ням. Скорее всего, эта толпучка... Раздвинулась, а хер там. Ни хрена себе. Че? Как бы мне так пройти туда? А, не сразу так. Их лица позеленели, они умерли из-за отравления отравленного газа. Их лица позеленели. 20 кредов. Ни хрена себе. Так, хорошо, что у меня есть карандаши. Я не могу достать его отсюда, и я должен... Хотя бы сейчас достал. Пиздим водичку. Так, чертеж. Здесь что у нас? Здесь ничего, здесь тоже. А ну-ка, вытолкну его сюда. И здесь ничего.
А, тут тупик. Окей. Бров, бров, Мелфлор. А, их можно толкать. И чё? Для чего? Вау! Короче, их нельзя в лицо толкать. Окей, запомним. Ни туда, ни сюда. Ну, короче, я это зря делал. Мне легче сдохнуть. Что я же накоцался? А где я начну? Прямо отсюда. Кайф. Ладно, похаваю. Засниму, потом похаваю. Ну, смотрите, в принципе, мы вернем. Пиздец. Вернемся быстренько сюда. Быстро все, что было, сделаем. Хорошо, тест. Так, за косарь. Все хорошо. Там мы уже поняли, что у нас нихера не получится. Поэтому побежали. Да, лист бумаги. Там закрыто. Там нам не пройти. Здесь я не понимаю, почему здесь светло. Хотя здесь тоже так себе сказать темно. Наши все. Да, фонарик, походу, довольно ценный. Поэтому мы его ставим. Теперь нам нужно на четвертый, это улей. Бля, я бы сходил там, засейвился. Ну, я понимаю, что там жопа. Лучше пол с палочками. Сейчас пойдем. А я за стол ходил тут. Ага, здесь записка. Я постоянно привлекал внимание компании к старым странным запахам. Понятно же, что уборщик не делает свою работу. Неудивительно, ведь все они шушера. Класса R. Шушерка. Шушера. Шушера. Нужно в столах лазить вражеских. Ну, за этот я возьмусь. Типа, картридж плюс 3 чашки водички. Why not? Так, сюда. Сюда. Ну, он типа не атакует, он только плюется в ту сторону, в куда смотрит. Его в этот момент можно и толкать, поэтому ничего не...
Чё ты дальше не идёшь сам? Ах ты ж, ё-моё. Кажись мне... Так. Светящийся, два ломтика хлеба. Ну, это довольно просто сделать. Так. Ага, упаковка. Толкаем его сюда. Пускай в стену смотрят. Да, это реально похож на улей. Это место действительно похоже на улей. Походу кого-то придавило. Значит, нужно быть осторожной здесь. Оставь меня в покое, а гонки скоро начнутся. Гонки. Так, мне походу точно сюда. Поэтому давайте вниз. Лист бумаги. Тупая муха, иди в жопу. А, то есть там тупик. Ну, в принципе, ясно. Ладно, тогда возвращаемся. А, стой, не туда. Сюда и сюда. А, к ним просто близко подходить нельзя, ё-моё. А, и кто сейчас сдохнет? Это я. Джи-джи, чё сказать. Мы бы сохранялку где-то найти здесь. А, давайте здесь сохранимся. Ну как, я похаваю. Если будет есть что. О, принтер. Шоколадка. Так, мандать мне хп. Жалко, что мне нету для фул восстановления. Да, бутерток себе хилит. Да. Сохраняемся. Ну, я должен пройти этот улей. Ну, не зря здесь, я думаю, сохранение. Бля. Ну, что же еще может быть? Хьюго. Еще один босс? Эй, ты! Он один? Его голова взорвалась. А право заканчивается здесь. Кто-то украл кнопку. Здесь ничего. Здесь ничего. Я просто туда вниз. Принтеру не хочу идти. Я понимаю, что принтер... Это что-то опасное. Кашель. Кейт? Ты в порядке? Ты немного позеленела?
Яд? О боже мой! Что... Что не делать? У меня не при себе бумага против газа. Не беги, не беги. Что ты имеешь в виду? Дат, дат, дат. Держись, Кейт, я найду тебя, я выведу тебя отсюда. Вот оно что. Так, слышите, а так он меня все равно атакует. Ой, это сейчас еще один... Блин, я, короче, скушаю еще одну штучку. Все-таки... Здесь так легко не получится. Тогда пойдем к принтеру. После того, как я обследую место. Ну, то есть не к принтеру, а... Дверь эти открывать. Здесь много, ну как много, так себе мест, где можно спрятаться. Потом лучше все собрать, пока что тут есть. Тут еще снизу. Да, все равно. Проба заканчивается здесь. Кто-то украл кнопку. Еще один картридж. Ну вот еще кнопка. Похоже, что здесь какой-то гигантский принтер. Все, пойдем. А типа, а что мне типа делать с ними? Го попробуем, ладно. Мне главное не бежать, так ведь? А-а-а. Это одна из кнопок, которая мне нужна. И... Осмотреть. Кнопка, которая есть, подключить правильное управление кабелизатора. Ничего не произошло. Тихо, он близко. В смысле? Я ж спрятался. А, то есть он меня все равно видит, да? Чё ты стоишь? Да ладно.
Это плохо. О! Дойду. Да ладно, здесь... Ладно, пускай меня ловит, убивает. Я понял, здесь, оказывается, нужно все юзать. Столько. Как мне это все запомнить? Ну, я буду сейчас раскидывать этим. Фонариком. Чтобы знать, хотя бы, куда идти. Первого мы запомнили. Даже это матрица, это есть он? Или нет? Так. Бросить. Я буду их забирать и сразу бросать. Инвентарь. Надеть. Ясно. Окей. Нужно где-то... Ах ты ж, зараза. Зараза, космо мне. Так, так, так. Так, так, так. Все, один пускай у нас будет в руках. А, блин, это мне получается заново шить, и нужно лутать. Ладно. У меня еще 3 палки есть. Ну, я, в принципе, думаю, можно начинать. А, я еще кнопку не подобрал. Бля, побежал. Он будет уходить или он будет преследовать меня теперь, когда я услышал? Думаю, это не круто. Он, походу, ходит там, где меня услышал. Так, один. Как палку подобрать? А, типа мне нужно, я понял.
Ну это палочкам херня. Почему ты сразу кнопку не ставишь? Он... А, не. Я думал, он меня заметил. Показалось. Угу. 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 Давай эту сразу. Угу. Угу. Я думаю, что уже открыл путь наружу. Даже если я вытащу отсюда кейт, то я не знаю, куда ее отвезти. Сначала надо найти безопасное место. Пускай он, короче, пройдет. Мы с вами пробежим. Хотя лучше пойдем. Иди отсюда. Просто не бежим. Ма. Все? Я здесь в большой концентрации. Я уверен, что он исходит из этой пещеры. Может, там наш леший, алло. Лучше вернуться и найти другой путь наружу. Ясно. Прикольно. Ух ты. Фух. Вонь здесь невыносимо. Вот. И эта штука. Во что я вляпался? Или впутался? Соса была права. Компания сгнила изнутри. Но у нас зато будет мягкая посадка, если мы приземлимся именно на ладонь. Звук воды. Волн. Проснись, Брайан. Ты не считаешь, что море полно тайн? Мысли. Разве тусоса? Здесь везде яд? Стой. На что я наступил? Это оно из тех штуковин. И Кейт все еще там. Она не может долго прятаться, дышать тем ядом. И я должен вытащить ее отсюда как можно быстрее. Я попробую нажать кнопку, но ничего не работает. Может. Эй. Окей. А что у нас есть? У нас есть включатель, использовать. Кнопки ничего не работают. У меня есть отвертка. Ну, в принципе, давайте, я думаю, на...
на этом моменте остановимся с вами. Хотя, да, остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.